Готовим чесночные булочки. Берем теплую воду, добавляем сахар, дрожжи. Дальше добавляем соль, растительное масло и муку. Замешиваем тесто. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и держим в тепле 1 час. Тесто поднялось, готовим чесночную заправку. Берем растительное масло, добавляем чеснок и укроп. Хорошо перемешиваем и смазываем емкость для выпекания этой заправкой. Далее посыпаем панировочными сухарями, лепим булочки и выкладываем поверх сухарей. Смазываем булочки заправкой и выпекаем 25-30 минут. Булочки готовы, в самом конце смажьте их еще раз маслом. Всем приятного аппетита, с вами была Дания.